Всем доброго трямса, с вами Гринни и добро пожаловать на мой канал. Прежде чем мы начнем, как обычно, я попрошу вас поставить лайк сейчас или после просмотра видео, ну, я надеюсь, что я этого заслуживаю. Я сходил между сериями все-таки в магазин книжный и, естественно, я там ни хрена не нашел. Оказывается, нет у меня там строительства четвертого тома, и это очень и очень печально. Давайте сейчас быстренько перекусим. Я с собой там еды всякой принес. Наделал салатиков. Видите, у нас тут 8 салатов. Тут тоже салатики есть. Давайте вот... Хотя нет, овощной заточим. Отличненько. И теперь мы, в принципе, готовы к тому, чтобы сходить в еще одно место, где могут быть книги. Это буквально здесь рядом. Здесь сначала будет магазин бытовой всякой электроники. Туда нам не надо. А вот дальше будет что-то типа, я не знаю, колледжа или... Я фиг его знает. Наверное, что-то для трудных детей, потому что все там нахрен огорожено. И вообще у меня такое ощущение было, что это как полицейский участок какой-то, тюряга. Но при этом там очень-очень много книг, потому что там классы учебные. Вот туда мы с вами сейчас и направляемся. По дороге сейчас будем приговаривать всех, кого будем встречать, потому что нам такие товарищи здесь не нужны. Уже больше 300 зомби я замочил в этом сезоне. Да что ж ты такой железный-то парень оказался. Вот я имел в виду вот это вот помещение. Как видите, здесь все огорожено какой-то... Хорошо, хоть колючки нету, но все огорожено сеточкой. Так, дамочка. Дамочка, спокойной ночи, тушите свет, сливайте воду. Все как обычно, я думаю, что вы и сами все знаете. И вам тоже... Пора отсюда куда-нибудь направляться. Не знаю куда. Значит, вот сюда нам с вами и надо. Но обычно тут довольно-таки много зомбаков. Сейчас проверим, как у нас тут обстоят дела. Вообще что-то странное творится. Зомбей стало меньше. Не знаю почему. Вы помните, что их было довольно-таки... Так, я надеюсь, что здесь у нас сигнализации нету. Но теоретически ее здесь быть не должно. Откуда здесь быть сигнализации? Хотя хрен его знает. Если это все для трудных детишек, то все может быть. О, это кухня. Кухонька нам тоже пригодится. Зачем? Я просто беру с собой всякую еду. Давайте мы сейчас съедим полностью, чтобы постоянно находиться в таком состоянии, когда у нас повышенное вот заживление идет. Сейчас нам это очень-очень нужно. Ну, вы понимаете, почему? Потому что у нас перелом. Так, и давайте наполним бутылочку воды. Кстати, вот на эту кухню я ни разу не заходил. Не знаю уж, почему так получилось, но так получилось. До этого я когда... А, это уже у нас горит, оказывается, свет. Так, тут у нас никаких книжек нету полезных. Ну, давайте обычную книжку мы тоже заберем для поднятия настроения. Иногда бывает нужно. И здесь это, наверное, кабинет директора или что-то типа того. Вот тут вот обычно сидят всякие провинившиеся студенты. Твою мать, кто-то что-то явно разбил. Интересно, где? Вроде не здесь. Ну и хрен бы ты с ним. Нет, дверцы, пожалуйста, дверцы все закрываем. Тут есть кто? Нет. Тут вроде бы никого нету. Но тут есть различные шкафчики, в которых могут быть полезные ништяки. Клеи мы все... Фу, блин, клеи, клея. Да хрен его знает, как это правильно говорить. Все это мы забираем. Кто там? Слышь ты, овцебык, блин. Хотел сказать грубее, но правила Ютуба запрещают. Хорошо, с этим мы разобрались. Так, какой странный класс. Здесь сразу и мойка. Чем они тут занимались вообще? Пачка семян томата. Семён, да. Что-то с дикцией моей сталось, ребята. А тут комикс, ручка. Комикс забираем. Лучше бы, конечно, было найти журнал для взрослых. Он как-то поинтереснее, настроение лучше повышает. Опаньки! Еще одна овца. И она тоже отгребает в мир иной. Наконец-то. Боже, что это? Это... А... Понятно. Замечательно, такие крючки. Я уж думал, что это, знаете, для того, чтобы подвешивать особо провинившихся. А где свет включается? Что-то я не могу понять. Я помню, что я сюда заходил и находил здесь очень много всяких книжек. Теперь здесь ни хрена нету. Электронные части. Не, ну что-то есть. Смотрите, сумки, глины, они нам могут пригодиться. Я думаю, что их надо сразу забирать. Потом мы забудем, что здесь мы такое встречали. Портативных раций куча. Это все для разборки и прокачки навыка электроники. Ребят, ну здесь точно было. Что вы мне будете рассказывать-то, а? Зомбари. Господа хорошие, что происходит вообще? Или здесь два здания? Может быть, здесь два здания? Я, честно говоря, не помню. Это у нас склад каких-то всяких... О, семена редиски. Да, склад семян редисок. Нет, здесь, к сожалению, ничего интересного для нас нету. Пассатижики есть. Можно кому-нибудь ногти.
выдрать. Но те ребята, которые здесь встречаются, они не боятся выдирания ногтей, им как бы насрать. Подождите секунду, ну это как-то что-то это не то. Я же точно помню, что здесь было какое-то здание. Это что-то типа школы вообще-то должно быть. Баскетбольное, ну да, вот здесь вот футбольное поле. Хрень какая-то. Ни одного учебника. Но я же точно забирался куда-то. Вы помните, было же такое дело. Было у нас такое дело. Я точно помню, что я забирался в какой-то вот здесь вот дом, и там были эти самые в классы такие. И в этих классах, собственно говоря, находились различные шкафы. И в этих шкафах, соответственно, были книжки. Сейчас этого всего нету. Что за лажа? По-моему, меня где-то обманули. Ну, мягко говоря. Так, это что у нас за домик? Какой-то странный. Да ёперный ты театр, а? Взял, закрыл окно зачем-то. Что это за бомжатник вообще? Что это за приют юного бомжа? Мать твою за ногу. Опа, это тоже большая кухня. Кстати, интересное тоже здание довольно-таки. Так, прилягте, пожалуйста, сударя. Сударыни здесь нету, слава богу. Так, ну здесь пусто. Это, видимо, какое-то такое заброшенное совсем здание. Свет есть и то радует. Так, ребята, не надо здесь ничего портить. Мы сами здесь все нахрен испортим. Все, что ли? Ладно. И нам надо, значит, искать какие-то дома. И продолжать искать долбанную книжечку, четвертый том по строительству, который нам необходим для дальнейшего продвижения. Потому что прокачиваться без бонуса 3x это такое тонкое извращение, даже я бы сказал толстое извращение. Но если мы не найдем, то придется делать очень-очень много всяких объектов. Ох ты, скотина. Так, все сдохли. Все вроде бы, да, все отбросили копыта. Давайте обычную книжку заберем и пойдем дальше вот здесь вот жилые дома уже чекать. В надежде на то, что кто-нибудь здесь увлекался четвертым строительством. Дед, может быть ты... Слушай, мне от тебя даже не оторваться, алло. А это опять, вот бывают иногда железобетонные зомбари, это вот как раз тот самый случай. А, не совсем тот самый, потому что он в конце концов лег, сучка ты, седая. Да что ж такое-то? Это был ветеран вьетнамской войны с титановой пластиной в голове, судя по всему. По-другому я этого объяснить не могу. И я умеренно перенапрягся. Надо, значит, где-то нам немножко отдохнуть. Сейчас по закону подлости здесь окажется какая-нибудь хреново туча зомбарей. И отдохнуть нам не дадут. Да что такое? Куда ты махал, а? Вот куда ты махал? Почему ты тетку не добивал? Все с отвертками. Что-то это прям даже как-то подозрительно. О, еще дамочка. Еще дамочка, и она уходит в отпуск, в другой мир. Так, что у нас тут? Тут у нас телевизор. И книжный шкаф, ребята, книжный шкаф. Давайте быстренько сейчас мы... Так, свет включите. Чекнем, что у нас здесь происходит. Душевая кабина у нас здесь происходит. И больше у нас здесь ни хрена нету. Превосходно. Немножко мы отдохнули. Мелки. О, можно асфальт разрисовать, потом поиграть в этот квад... Как там эта хрень называется, короче, где все прыгают по этим, по квадратикам или по какой-то хренопатии другой. Так, я слышал, что кто-то куда-то долбится. И где это кто-то? Вот это, блин, нет, туда мы не пойдем. Там ничего хорошего для нас нету. Мы лучше здесь вот книжную полочку посмотрим. Разговорники, учебники. Так. Вы это все уже прочитали, да? А, во. Нет, это вы уже прочитали. Нету, ребята. Том первый, кстати, а мы изучили том первый первой помощи. А хрен его знает, есть ли он у нас вообще. Давайте мы его на всякий случай заберем. Я между делом прочитал, вчера по игре я прочитал книжку фермерства первого уровня. На всякий пожарный, так как мы его уже прокачиваем. Фермерство я имею в виду. Ну, точнее, не прокачиваем, мы пока только что-то там по мелочи сделали. Так, ну тут ничего интересного для нас нету. Корндог, давайте мы его заточим, потому что у нас бонус уже к заживлению прошел, и надо еще что-то, наверное. Давайте, нет, перец, чили, что-то мне подсказывает, лучше не жрать. А то будет печаль, беда и разочарование, и вообще буду бегать как ужаленный от массы ощущений, скажем так, ощущений. Так, а тут у нас что есть? Генератор там, запечатанное письмо. Нет, запечатанные письма нас не интересуют, что я извращенец, что ли, чужую почту читать. Хотя там может быть много всего интересного. Хрена себе открыл, блин, дверцу. Слышь, нельзя так пользоваться людьми. Это некрасиво, по меньшей мере. Леденец в мусорном пакете. Ну, в принципе, все для вас, как говорится. Так, о, тут дамочка. Она сейчас сюда... Ну, давай, вылезай, родная. Не хочешь? Блин, мне туда что-то стрёмно залезать, на самом деле. Ну, его нахрен. Дядечка,
Я знаю, что вы можете потом с тыла ко мне подойти, а я не люблю, когда ко мне с тыла заходит кто-то, особенно мужики. Ладно, еще девушки. Сколько вас здесь? Вас здесь двое. Да твою маму, а? Лежать! Уже одна осталась. Приляг тоже. Все. Теперь здесь относительно чисто. Ну как чисто? Я бы сказал, грязно, конечно. Металлообработка, 4-й том, это все не то, ребята. Ну как так-то, ёшкин ты матрёшкин, а? Где? Где то, что мне надо? Шелководство, шелкопрядство. Что-то про демократию, по-моему, там видел. Нет, это все не алё. Это все вообще не алё. А зачем ты сюда долбился? Здесь никого нету. Что ты мне тут будешь рассказывать? Шоколадный закрученный пончик. Давайте мы это заточим. Я точно жопу себе отращу. 56-го размера. И здесь тоже ни хренашеньки у нас и нету. Где мое строительство? Что вообще происходит? Дед, может, ты спер мое строительство? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дед, ладно. И хочешь строительством заниматься, занимайся. Я против ничего не имею. Хотя я пошутил. Но строительство было не у тебя. Сплошное разочарование. Так, во, читать. Этот журнальчик мы с вами еще не читали. Здесь что? Инженерный журнал. Как сделать дымовую шашку? И потом смыть ее в унитаз в школе, да? И... А, ну это не дымовая шашка точно. Это немножко другое. Но все равно тоже интересно. Интересно, ты здесь долбишься или нет? Точно здесь, мужик. Приляг. У вас там книжек по строительству в доме нету? Блин, у вас тут... Они... Твою мать! Вот это поворот! Это, блин, это подстава! Я тут не при делах! Я тут вообще не при, дел... не при делах ни разу! Твою ж дивизию! А ну как так-то? Вот подставили-то, а? Менты позорные! Сука! А, это из другой оперы, на самом деле. Ну... Ребят, на самом деле, то, что мы находимся вот так вот за заборчиком, по-моему, это нам на руку. Это значит, что зомбари сейчас все мимо пробегут, я надеюсь. Постоим, я тут статуя, не обращайте на меня внимания, я статуя. Мужик с палкой называется. О, заткнулась. Вот ведь хренашеньки вас там. Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не. Учитывая скорость, с которой я теперь передвигаюсь, я совершенно точно говорю вам, дамы и господа, что я... Против близкого общения. Да твою ж мать, куда ж ты пополз-то, родной? Я точно против близкого общения. Но палкой по зубам отоварить могу. Так, дамочка. Топор выживальщика. Ну, не, у нас уже два обычных топора, поэтому выживальщика нам, наверное, не нужен. Господи, твою мать. К нам сбежались все выживальщики в округе, судя по всему. Вас дублем, да, уработали? Ну что, зато мы сейчас с вами прокачаем все навыки возможные, как я подозреваю, да? Так, а что у нас с посохом? А посоху у нас, кстати, филиздипец настал. Ну, практически. Сейчас дамочку приговорим. Дамочка, прилягте, пожалуйста. Вот так вот. И надо делать новый посох. Или вот эту дамочку еще. Да, слушайте, вы тут что, бесконечные, что ли, мать вашу, за ноги? Вот ведь как подставили, суки. Вот нахрена в зомби-апокалипсисе устанавливает дом на сигнализацию? Вот зачем? Кому? Кому что там уже нужно? Вы вообще уже сгнили давным-давно. Но, тем не менее, других людей вы даже после смерти подставляете. Так, посох в обе руки. Этот посох нахрен. Сколько же я сейчас завалил-то здесь? Скольких я зарезал, скольких перерезал, скольких нахрен я послал. Так, иди в конуру, Бобик. Опять у нас какой-то экшон. По-моему, здесь зомби сейчас больше мы замочили, чем во время прилета вертолета. 100 баксов. Я был бы рад, если бы это не был зомби-апокалипсис. Такому подарку я был бы... Так, вы мимо, да, дамочки? Так, one shot, one kill. Она не поняла, судя по всему, что произошло. И не прочухала, что это я ее отоварил. Ну и слава богу. Кстати, батончик мы забираем, он нам тоже пригодится. По-моему, я как-то утомился немножко. Ну, конечно, утомишься. Здесь, блин, просто кладбище домашних животных. Сука! Откуда вас столько? Нет, по-моему, вас как-то реально стало до хрена. Еще и бегуны какие-то попались. По-моему, мне кобздец, ребята. Меня укусили. Меня укусили. Судя по звуку. Ух ты, твою мать, а! Ну как так-то? Что-нибудь, где-нибудь. Вискарь или какая-нибудь другая хрень. Ребят, мне конец, короче.
мне конец по ходу дела, да? Надо перевязываться, а перевязываться нечем. Хотя царапина это, конечно, не укус, но все равно я думаю, что есть большая вероятность того, что я подцепил какой-нибудь вирусняк. Более того, сейчас меня догонят и озвездюлят в очередной раз. Но это вообще грустно. Если это так будет, то это будет сейчас пипец просто грустно. Давайте полностью съедим энергетический батончик, может это нам хоть чуть-чуть поможет. Но что-то моя сомневается. Блин, я же в перчатках был, ну что за говно? И все это, блин, из-за долбанной книжки по строительству. Вот, ребята, блин, образование, оно, видите, как оборачивается неприятненько. Так что образование это, блин, это яд. Это яд, который убивает. Дезинфицирующее средство у меня есть, но оно у меня есть, сука, дома. Аптечку я пока не находил. Вот это моя была большая ошибка. Так, волнение на взводе. Ну, конечно, на взводе. Ой-ой-ой-ой, боль, очень больно, трудно сосредоточиться. Это все от долбанной царапинки. Добрался я практически до дома, но обрабатываться надо сразу, понимаете? Сразу же обрабатываться, тогда есть шанс. А так, ну, в принципе, у меня и сейчас есть большой довольно-таки шанс выжить, не получить инфекцию, потому что это все-таки всего лишь царапинка. Но он снижен, он очень сильно снижен. Ну-ка, давайте-ка, значит, дезинфицировать бутылку дезинфицирующего средства. Значит, рваные тряпки забираем. Так, продезинфицировать тряпку. Давайте штуку. Стерилизованная тряпка. И перевязать стерилизованной тряпкой. И будем надеяться, верить, хотя, возможно, уже зря. Пойдемте поедим. Хотя, не, надо сначала отдохнуть чуть-чуть буквально, чтобы вот это снять, умеренное перенапряжение. Также надо, наверное, обезболивающих хряпнуть, как мне кажется. Так, здесь мы отдохнули. Обезболивающие, давайте принять таблеточки. Ну как у тебя там? Слабая боль. Ну, слабая боль у нас с вами и до этого была от перелома. И теперь надо нам питаться, очень хорошо питаться и надеяться на чудо. Вот когда волнение появляется, вот это очень-очень-очень нехорошо и показательно. Так, съесть полностью салатик. Незначительная боль опять появилась. Давайте еще таблетку закинем. Чтоб такого. Давайте мы сейчас... Так, обезболивающее. Я думаю, что мы сейчас пойдем заниматься чтением всякого гуна и параллельно будем кушать. Ну, это наилучший, наверное, способ, который есть для нас сейчас, чтобы постоянно находиться вот в таком состоянии, наелся вдоволь или примерно таком, чтобы максимально поднять свой иммунитет на это время, вот на первое, да. Единственный способ это сейчас что-нибудь почитать и на ускоренном времени, да. Так, металлообработка первого уровня, давайте возьмем. Дальше электроника первого уровня, будем заниматься чтением, да. А, кстати, первая помощь для начинающих, вот это сейчас для нас актуально. Давайте начнем, наверное, с нее, кстати, с этой самой первой помощи, читать и ускоряем время. Так, перекусил, опаньки. По-моему, мне пипец, ребята. Легкая тошнота. Я инфицирован, ребят. По ходу дела так. К сожалению, увы и ах, на этом у нас все и закончится. Как-то совсем не задалось в этой серии, в этом сезоне. Судя по всему, действительно совсем все не задалось. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как же так-то, ребята? Так же все хорошо начиналось. Даже бур нашел сразу. Так, на взводе. Давайте еще прочитаем. Так, не, все равно на взводе. Все равно на взводе. Нет, первая помощь, судя по всему, нам уже реально не поможет. В этой жизни нам уже ничего не поможет. Так, обезболивающий. Ай, ёперный ты театр. Ну, в принципе, в этом есть некоторые плюсы. Зато, какие в этом есть плюсы, я хрен знает. Плюсы в том, что нам не надо будет ждать, пока у нас зарастет нога. Нам уже плевать. Так, чипсы давайте тоже съедим. Так, темный шоколад полностью съесть. Это плюс 40 к голоду. Ну, точнее, можно сказать, минус 40 к голоду, да? Превосходно. Так, где у нас книжечка? Там первая помощь. Читаем ее дальше. И как мне кажется, что все равно нам один хрен пипец. Грязный бинт. Убрать бинт. Дезинфицировать. И давайте вот эти тряпки экономить нам, в принципе, уже смысла нету. Давайте мы их продезинфицируем обе и стерилизованную тряпочку сюда наложим. А также поедим, что у нас там осталось. Ветчина у нас осталась. Давайте полностью ее захаваем. Арахисовое масло. Блин, целую банку арахисового масла выжрать. Это будет мощно. Тошнота. Заживление понижено. Потрясающе. Все, ребят, когда появляется вот эта вот тошнота, это досвидос. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах.
ее обугленную тушку нашли тимуровцы в кустах. Вот так вот просто заканчиваются сезоны в Замбоде. В прошлый раз все было значительно лучше. Видите, я просто ломанулся. Ну что произошло? Я ломанулся за книжками, да, то есть со сломанной ногой. Надо было сидеть нормально, и тогда бы ничего этого не произошло. Но нет. Грини не может сидеть на месте, Грини надо постоянно что-то делать, и из-за этого появляются вот такие косяки. Ладно, ребят, давайте ложимся спать, я думаю, и, скорее всего, мы уже не проснемся. Все, ребят, лихорадка. Ну что, ребят, на этом мы с вами прощаемся, Грини умер в очередной раз, и на этом третий сезон у нас с вами тоже заканчивается, увы и ах. Не знаю, начинать еще один или не начинать, встревожены до смерти. Это потрясающе, ребят, это просто супер здорово. Так, журнал давайте прочитаем, может быть, это тревогу чуть-чуть. Ну, не, все, это до свидания. Это просто до свидания. К сожалению, очередной сезон у нас подошел к концу. Если вам понравилась эта серия, хотя понравится в ней мало что может, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите ко мне в группу ВКонтакте, на стримы. Ну а с вами был Грини. Всего доброго и всем пока. Убили 336 зомби.